Привет, дорогие зрители, с вами мистер Оливер. Сегодня готовим потрясающий салат из помидоров. Он прекрасен и с омлетом, и с ризотто. Ну, естественно, я начну с помидоров. Сливовые помидоры, обычные красные, они с домашней ярмарки. Но если берете на рынке или в супермаркете, выбирайте получше и покрасивее. Смотрите, какие цвета. Замечательный маленький микромир. Я покажу вам, как добиться максимального вкуса от ваших помидоров. Можете нарезать на дольки, это хорошо. Можно на четвертинки, или восьмушки, или того меньше. Вот так. Хорошо, нарезали помидоры. Есть один ингредиент, который делает их намного лучше. Это соль. Так что кладем их в миску. Солим прямо сверху. Не потому, что мы такие крутые, а чтобы соль попала везде. Слегка встряхнем, как следует приправим. И это сразу по-настоящему преобразит эти помидоры. Можно добавить хлопья чили, орегано. Сушеный орегано, кстати, отлично. Но сегодня я хочу, чтобы было все просто. Хочу добавить немного кислинки. Можете взять уксус или лимонный сок. Что больше нравится. Я возьму немного лимона, чтобы сбалансировать масло. Выжму сюда. И вот теперь лучшее оливковое масло холодного отжима. За что заплатили, то и получите. Не для обычного приготовления, а именно для заправки. Оно просто отличное, и снова слегка перемешаю. И оставим это на пару минут. Так, сейчас можно выкладывать на тарелку. Что я и сделаю. Замечательные цвета. Замечательный натуральный сок. И вот что я делаю с базиликом. Знаете, я беру маленькие листочки, в них больше аромата. Большие я использую для приготовления, а маленькие для украшения салата. И еще мне нравится добавить бальзамического уксуса. По капелькам. Везде. Замечательное сочетание. И теперь, ну это же я, немного чили. Берем нож, разрезаем. Семена мне не нужны, он и так острый. И теперь мелко нарезаю. Этот перец. Берем чили и опять сверху. Разбрасываем его везде. Просто замечательно. Ну вот, друзья, очень простой, но вкусный салат из помидоров. Супер вкус. Вы можете добавить это или остатки этого в пиццу или пиццету. Положить на брускетту. Можете добавить к спагетти. Можно сделать очень много, но что я хочу сказать, это основа, базовый уровень. Если понравилось, голосуйте за видео, комментируйте, мы вас обожаем. И если вы еще не подписаны на канал, это бесплатно, мы будем вам рады. Берегите себя. Пока.